Уважаемые дамы и господа, Беларусь находится на географическом перекрестке Европы. Беларусь фактически зажата между геополитическими гигантами. И мы не хотим оказаться на линии нового цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Востоком и Западом. Это главное. Вот почему я господина Ишингера благодарю за то, что он был инициатором этой конференции. Вы попали в точку. Белорусы, как никто другой, знают, чем это может быть чревато. Вот эти разломы и противостояния. И оказаться на этих разломах. С ростом противостояния нам предрекают судьбу буфера или бастиона между Россией и НАТО. Об этом говорят и эксперты, и политики. С одной стороны, это плохо. Но с другой, если бы сильные мира сего пришли к договоренности не тащить государства Восточной Европы, прежде всего, в различные военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенным интересам, этот регион стал бы трансграничным поясом стабильности и взаимодействия.